Фильм полностью захватил сердце. Это фильм редкий и фильм реальный. Реальный о жизни людей, которые прожили всю жизнь, воспитали детей прекрасных, любили друг друга. Фильм не приукрашенный. Просто жизнь, какая она есть. И вот у кого-то она такая есть. Свершилась такая жизнь. That movie just showed how family life can be perfect in Krishna consciousness when Krishna is at the center. Этот фильм, он не просто дает надежду, он дает такой вектор, такую цель. То есть невозможно остаться равнодушным и не захотеть следовать вот такому примеру счастливой семейной жизни. Это просто невозможно сделать, потому что весь фильм был пронизан радостью. Удивительная красота истории. Вот обычно такие истории придумывают для каких-то голливудских фильмов, а это было на самом деле, это было рядом с нами. And we could see our husband was taking care of her until the last minute. We saw the spiritual master Chai Patak Maharaj, Radhanath Swami, Indradyumna Swami, and so many others. В этом фильме, в этой истории идеально все. Прекрасный главный герой, удивительная героиня, дивная судьба и очень-очень много эмоций. Знаете что, друзья, обязательно надо смотреть, потому что это редчайший фильм. Знаете, какой красивый, невероятный. Эта судьба – пример для всех. Фильм «Счастье», фильм «Мечта», фильм «Любовь». Мы видели радость, которая сопровождала всю жизнь Манарупы, которая сопровождала ее опыт материнства, ее опыт супружества и даже ее опыт смерти сопровождала радость. I got lucky to see her just a few days before she left her body. She just held my hand and she told me a few things in my ear. And I realized, oh my God, she's that same beautiful Manarupa I always knew. And even she's going through so much pain right now, she's staying so strong. She has so much faith. I'm so grateful to her for showing me and so many of us how it should be done until the last breath. Like Gurudev said, she was a perfect wife, perfect mother, perfect disciple. And she was such a good mother to not only her boys, but to so many of us. She had so many children. И подобных тем у нас нет. Это первый фильм. Фильм «Медитация». Проповедь не останавливается, жизнь продолжается, проповедь продолжается, Прохлад Нарисимха продолжает говорить о Кришне в полную силу. Его называют мудрецом современным, он общается с очень высокопоставленными людьми из королевств. Его знают различных, Малайзии, допустим. И называют его мудрецом, муни. Что он астролог высшей категории. У него очень хорошая память, узнает очень хорошо санскрит. Ну, знает санскрит, на английском говорит. Очень хороший психолог. И он также духовный человек. Во всех отношениях у него очень высокие способности.
рекомендую его увидеть, пообщаться, услышать. Sapus Panjali, Jaimana Rupa Lasi, Jaimana Rupa Lasi.